Приехала девочка на Рено Лагуне, говорит, что-то у меня шумит сзади. Что же это может быть? Не хватает примерно 2/3 диска. Так вот, самое любопытное, что эта девочка мне сказала, что не более чем месяц назад она привезла в мастерскую запчастей на 400 евро. И ей поменяли ее амортизаторы новые. Сайлентблоки. Сказала, что поставили новые. И новые тормоза. Как тебе такое положение дел?